А потом к старшеклассникам в школу заявится так называемый народный герой СВО. Сегодня у нас в гостях замечательный человек. Герой России. Участник боевых действий. Туринков Данила Ильич. А почему в маске? Имя же названо. Так вот убийца из Шторм Z будет рассказывать школьникам про тяжелые времена. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся и заменить нас некому. Мы воюем против истинного зла, которое не брезгует никаким методом. Если мы проиграем, живых они никого не оставят. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что учиться вам больше не нужно. Да и зачем вам все эти геометрии с ботаникой? Лучше поспешить приобрести совершенно другие навыки. Забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Ну и было отдельное пожелание для старшеклассниц, от которого мурашки по коже. Итак, девочки, вы тоже не отставайте. Ищите мальчиков в Шторм Z. Любите их, относитесь к ним с нежностью.